Так, как новогоднее настроение? Как обслуживаете покупателей? Хорошо обслуживаю, как положено. Улыбаетесь? Конечно. Без этого нельзя. У вас есть любимая новогодняя песенка? Из детства только. Ну, какая? В лесу родилась елочка, наверное. Все их знают. Ну вот я тут гляжу, у вас елочка стоит новогодняя. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а вы говорите своим покупателям, что вы можете исполнить любое желание? Нет, пока еще не говорим. Угу. Но мне кажется, вы знаете, вот попробуйте вот одеть вот этот колпачок. Вот попробуйте, попробуйте. Во, отлично. Так, вот так вот, супер просто. И вы знаете, вот так, мне кажется, покупателям будет приятнее же покупать. Хорошо, к Новому году учтем. Еще так бурды будете, как Дед Мороз, понимаете? Хорошо, учтем пожелания покупателей. Что бы вы попросили у Деда Мороза? Ну, не знаю, это секретная информация. Вы прям, как знаете, разведчик. Вы в разведке не служили? Нет. Угу. Что вы продаете? Мясо птицы. Угу. Где можно ее приобрести? Вот, приходите к нам, приобретайте. Куда к нам? Куда? Торговый центр Домодедовский. Угу. Вот. Милости просим. Павильон 430. Угу. А метро какое? Метро Домодедовское. Угу. Пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Ну, счастья, здоровья, благополучия. Все в будущем году и в этом. И я у вас забираю свою новогоднюю шапочку. С Новым годом вас! Вас тоже с наступающим!